Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Новости из Мелитополя. Так вот, в Мелитополе сейчас рашисты, похоже, готовятся к свалу, к большому. Вывозят свои семьи из города. Вывозят из города, что интересно, мебель. Интересно, откуда у них там мебель? Кроме того, что они намародерили в квартирах, оставленных коренными мелитопольцами. Эти панаехи сейчас воруют эту всю мебель. Воруют любимые им стиральные машинки, воруют блендеры. Короче говоря, сдирают ковры, сдирают все со стен и убегают во свояси. Кстати, за мной киевская вышка, можете посмотреть. Ее тоже рашисты пытались сбить, но видите, она стоит. Еще и в тумане, так красиво сейчас. Полюбуйтесь просто, очень красиво, мне нравится, да. Но дело не в этом. Речь о Мелитополе, о том, что рашисты сейчас вот город просто мародерят. Понавозили туда свои семьи. А теперь эти семьи, поняв, что пришло время убегать, потому что все дело кончится печально, начали тупо вывозить все из квартир мелитопольцев. Чуть не сказал мариупольцев. У мариупольцев из квартир вывозить нечего, потому что квартиры уничтожены в Мариуполе. Все. Поэтому там другая ситуация, более печальная. Ну, понятно, что это все очень нехорошо, но с другой стороны, ребята, когда они бегут и когда они начинают мародерить, у нас в Киеве, они тоже воровали, не в Киеве, а под Киевом, в Ирпене, в Буче и так далее, они тоже воровали были блендеры и кофемолки и соковыжималки, а через неделю просто-напросто дали деру, потому что мы им таких тут наваляли. Так что очень скоро, думаю, Мелитополь будет свободен. Слава Украине!